Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на нынешней ежегодной сессии вновь подтвердила необходимость полного вывода иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. На заседании были рассмотрены 25 поправок, предложенных к тексту резолюции делегациями 57 стран-участниц по ОБСЕ. Среди них были приняты 3 поправки по Республике Молдова. Они подтверждают необходимость полного вывода иностранных вооруженных сил и трансформации нынешней миротворческой операции в гражданскую миссию с международным мандатом, говорится в пресс-релизе законодательного органа Молдовы. 2 поправки были выдвинуты делегацией нашего парламента и 1 румынского. Все они были приняты большинством голосов. Напомним, 27-я сессия по ОБСЕ проходит с 7 по 11 июля в Бундестаге. В ней участвуют более 300 парламентариев из 57 стран Северной Америки, Европы и Азии. Делегацию парламента Молдовы возглавляет депутат ДПМ Сергей Сырбу. По его словам, поддержав поправки, организация подтвердила полную поддержку урегулирования Приднестровского конфликта на основе соблюдения территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова.